Всем большой привет подписчикам, пришедшим на канал. Сейчас я вам покажу одну интересную штуку, которая называется осушитель-подогреватель воздуха на сорбентах. Эта конструкция разработана мной, была в прошлом году и отработала уже одну зиму. Это штука, которая может локально в небольших помещениях осушивать и подогревать воздух. Представляет из себя тройник на 100, которым вмонтирован вентилятор, и засыпается в него так называемый циолит или сорбент, можно силикагель высушенный, через слой которого продувается вентилятором воздух и подогревается, кроме того, что осушивается. Сейчас я вам покажу температуры у меня в этой яме, где хранятся овощи. Температура общая, он уже работает, 12 градусов, 12,8 в яме. Температура, значит, на входе его 12 градусов. Когда воздух проходит через этот осушитель, он подогревается, сорбент впитывает его и выходит уже подогретый. То есть на выходе уже температура его поднимается. Значит, 13,2, это вверху слоя почти уже нет, нужно досыпать. И внизу, на выходе из этого осушителя, температура, видите, какая, 17-19 градусов. Это температура на выходе из этого подогревателя, в нижний конец. Видите, да, температуру? Вот он, 17, температура корпуса на выходе 19. То есть температура поднимается, значит, с 12,5 до 19. До 19. Вот она температура. 17. Температура его на выходе около 19 градусов. Я сегодня засыпал порцию новую высушенного циолита, который высушивается в микроволновке. И затем засыпается в этот корпус. Всего входит это более 2 килограммов его. Этого хватает примерно на месяц работы на осушивание и подогрев воздуха. Таким образом, у меня в этой локальной зоне, то есть в этой яме, всю зиму стоит плюсовая температура и осушенный воздух. Вот такая интересная работающая штука. Это осушитель, подогреватель воздуха на циолитах. Эта реакция у нас экзотермическая, с выделением теплоты. Пользуйтесь, применяйте, подписывайтесь на канал. Всего доброго!